Всем большой привет, добро пожаловать на канал. Я сегодня сделала для вас небольшую подборку таких топовых выкроек пуховиков, которые, на мой взгляд, будут актуальны не один год, и также которые имеют в наличии все для того, чтобы согреть вас холодной зимой. Также еще добавлю, что если вы первый раз шьете по готовым выкройкам, ко всем выкройкам прилагается хорошая подробная инструкция, пошаговая, по которой вы без проблем, я думаю, сошьете для себя пуховик. Также обычно в инструкции вы можете найти информацию о том, какую ткань лучше купить для пошива пуховика, какой наполнитель, а также какая фурнитура, нити. В общем, вся подробная информация о пошиве пуховика есть в этих инструкциях, и я думаю, что она обязательно вам тоже пригодится. Итак, давайте начнем. Я надеюсь, что это видео будет вам также интересным и полезным. Если это так, ставьте палец вверх, пишите свои комментарии, буду вам очень благодарна. И первая выкройка — это выкройка куртки пальто номер 713 от Grasser. На мой взгляд, очень удачная модель, вообще удачная выкройка, потому что вы здесь можете уже выбрать для себя, какую сделать вам длину. Либо сшить длинный пуховик, либо более укороченный, уже исходя из вашего образа жизни, да, что вы больше предпочитаете, что для вас удобней, и можете сшить ту длину, которая, как я уже сказала, будет для вас более комфортной. Также пуховик идет умеренного объема, прямого силуэта. Есть съемный капюшон, который вы можете снять, если вы не любите носить капюшон, больше предпочитаете шапку. И хороший воротник-стойка, который тоже будет защищать вас от ветра и холода. И, на мой взгляд, как я уже сказала, такая модель пуховика будет актуальна, я думаю, не один год, и вы с удовольствием будете его носить. Следующая модель пуховика, которая также мне очень нравится, это пуховик Daisy сайта Vicky's Use. На мой взгляд, также актуальная модель, такой дутый пуховик объемный, который остается модным уже не первый год, и я думаю, что будет актуален и последующие сезоны. Также у этой модели есть два варианта длины. Вы можете шить либо удлиненный, либо более укороченный. Укороченный идет, по-моему, на уровне бедер. Пуховик среднего объема. Прямой силуэт, также отстегивается капюшон. По талии есть кулиска, которую можно затянуть по талии и также по низу изделия. Ветрозащитная планка. Я думаю, что отличный пуховик на холодное время года. Следующая модель пуховика, которая, на мой взгляд, также довольно-таки интересна, это пуховик с сайта Sew It Now. Называется он Calgary. Пуховик тоже идет умеренного объема, прямого силуэта. У пуховика есть большие объемные карманы портфеля, также присутствует кулиска на талии, которую вы можете затянуть и таким образом подчеркнуть линию талии. Имеется капюшон, который затягивается на кулиску, что хорошо, когда на улице холодно, да, и ветрено. И сейчас на сайте, по-моему, действует скидка минус 20% на эту выкройку. Для более подробной информации переходите на сайт и уже читайте о пуховике, об этой выкройке, уже читайте на сайте. И следующая модель пуховика — это пуховик Канада с сайта Art B Taylor. Это уже длинный пуховик, который в любом случае будет согревать вас зимой. Пуховик также идет умеренного объема, чуть спущенное плечо, воротник стойка, съемный капюшон. И мне очень понравились у этого пуховика разрезы по бокам на заклепках. На мой взгляд, довольно-таки удобно, если при ходьбе, тем более у пуховика такой длины. Ссылку на пуховик я также оставлю внизу под видео. И переходите, смотрите, что необходимо для пошива такого пуховика. И последняя модель пуховика, которая, на мой взгляд, также заслуживает вашего внимания, это пуховик с сайта Pattern Claw. Называется он Montreal. На мой взгляд, тоже удачная, интересная модель на холодное время года. У этого пуховика идет отличная длина, также он умеренного объема, чуть спущенное плечо у пуховика, хороший большой воротник, есть карманы в швах и немножко смещена застежка, что придает тоже оригинальности этому пуховику. Также присутствует лекало на капюшон. Если вы любите капюшон, то его можно дополнительно также пришить на пуховик. Я надеюсь, что все выкройки, о которых я вам сегодня рассказала, также я оставлю не только эти выкройки, но и другие выкройки на пуховики, оставлю также ссылки под видео, поэтому переходите и смотрите, выбирайте для себя подходящую модель, шейте с удовольствием. Я надеюсь, что это видео было вам также интересным и полезным. Если это так, жду от вас палец вверх, пишите свои комментарии.
Буду очень рада почитать. На этом, в принципе, все. Я с вами прощаюсь. Всем пока!